В Мугалжарском районе Актюбинской области для пострадавших от паводка построят 14 домов. Их возводят в селах Жагабулак и Бырлык. Еще для 54 семей приобретут жилье. Подробности у нашего корреспондента. Дом жительницы села Жагабулак Жайнагуль Ауизбековой комиссия признала непригодным для проживания. Саманное строение в конце марта потопило вышедшее из берегов река Жем. В ближайшее время семья планирует переехать в новый дом. Жилье для пострадавших от паводка в селе уже строят. Большое спасибо всем, кто оказывает помощь пострадавшим от паводка. Нам сказали, что новые дома построят через месяц-два. Мы очень рады. В селе Жагабулак залили фундаменты 9 домов. Сейчас здесь работают 25 человек. В селе Бырлык возведем 5 жилых строений. Там идут земляные работы. Строительного материала достаточно. Дома по проекту 80 квадратных метров. Планируем уложиться в отведенные для строительства сроки. Всего в Мугалжарском районе во время паводка потопило 76 домов. Техническое обследование жилых строений специалисты завершили. Часть семей ждут новое жилье. Большинство же решили переехать в дома, которые для них уже начали приобретать. Покупаем в данный момент 54 дома через фонд Утимуратова. Организована полностью работа. На сегодняшний день уже куплено и предоставлено 21. Это дома здесь в Кандагаче, в Эмбе. Кто где изъявил желание приобретения за счет фонда. И у нас компания BI Group финансирует строительство домов. Пострадавшим от паводка в районе, чье жилье подлежит ремонту, выплатили компенсацию. Наталья Салькова, Булат Молдагалиев, Актюбинская область, 24 КИЗ.